Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юля и Мишка. Всем привет. У нас сегодня флешка под названием A Pretty Odd Bunny. Это, по сути, такое будет приключение кролика, который не любит свинюшек. Который просто... Он был не такой, как все. И это вина его, как оказалось, перед обществом. Да. Короче, игра о борьбе личности с серой массой. Окей, в общем... уже посягались злые птицы Angry Birds на, собственно, поросят. Теперь будет у нас такой злой кролик. В общем, нам показывают управление, что мы можем ходить и по стелсу даже передвигаться, пригнуться. Но сами поймите. То есть мы, никто не хочет, чтобы пострадали хрюшки. Даже наши сородичи. Вот, поэтому если мы попадемся на глаза кролику, то все сразу заканчивается. Да, поэтому тут все против нас, короче. Да, мы пошли против системы и прощайте хрюшки. Вот я говорю вообще, наша вина в том, что мы индивидуальны, в том, что мы не любим жрать траву и морковь. Такой мясник. Мы хотим мясо. Опа, блин, надо было сзади идти, на самом деле. Я... А чё кроликам не имется вообще? У них договор, что ли, с этими свиньями? Какой злой кролик. И сразу такой довольный. Так. Кролик, 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 кролик. Тихо, тихо, тихо. Ага, он отворачивается, поэтому можно... Фу. Splinter Cell. Незаметно уничтожаем следующую хрюшку. Бедную хрюшку. Любителям хрюшки эта игра, естественно, не советуется. Ладно, погнали дальше потихонечку. Прикольная игра, по сути, делает такая головоломка, бродилка, где нужно незаметно проходить уровни. Так, в данный момент у нас все спят. Спящие кролики, по сути, слышат вас именно при ходьбе. Сзади них вы можете что угодно делать. У так. Нас, видишь, даже, как сказать, у кроля глаза красные. Ну да, бешеные. Так. Блин! Жестко запалился, главное, когда мы палимся. А свинка такая, ура! У нее же вся жизнь перед глазами пролетела. Ну да, но мне, честно говоря, свинка чем-то какого-то кота напоминает, чем свинью. Не знаю, какой-то такой круглый, плюшевый, как бы. А мне бульдога. Бульдога? Ну, ну это я правильно, может, назвала пару? Собаку, да. Да, в которых сопли еще такие. Ну да. Все. Надя, уже с головой даже съел. Ничего не осталось вообще. Так, что он у нас проголодался. Здесь? Погнали. Нам через верх надо свалиться к нему. Так, погнали. Тихо. Так. Спокойно. Splinter Cell. Да-да-да. Ассасин сейчас будет великий. Так, подождем, пока отвернется. Так. Давай, все, свинья. Они такие, куда она делась, куда она делась? А ему уже все равно, на самом деле. Ого. Могу сказать, редко выходят такие крутые именно флешки. И вот эта флешка мне очень понравилась. Она очень красочная, с какой-то... Ой, слушай, я за кустами как будто был. Прикольно. То есть можно за кустом спрятаться. Ну-ка, погоди. А, вот как. А я проходил вообще по-другому. Я их перепрыгивал. Я сейчас покажу, как я проходил. Я, то есть, ждал, пока они отворачиваются, и во время их поворота я перепрыгивал. Блин. Ну, это, короче, в тот раз у меня получилось, но это, по сути дела, неправильно и невыполнимо почти. Поэтому лучше да, просто один на миллион, подождать и проползти. Оказывается, все гораздо проще, чем я думал. Ах, ну, ты, Миша, запалился. Тебе надо было быстрее уже вниз. Ну, можно... Слушай, а то есть... А, можно вообще, в принципе-то, и не приседать на самом-то деле. Да. Казалось, все гораздо проще. Ай, блин, дорога моя, уши помешали. Так, все. Ты главное не свались. Так, только. Так, хорошо. Вот у меня одни камушки, ну, когда как бы один камушек или там еще что-то, блок или платформа, да, они меня всегда. Блин, пугают. Привычка ползти. Но они тупые, ну всё. Вы тупые. Две головы. Знаю, вот это да. Вот это поворот. Свинья-мутант. Да, уж. Чернобыльская. Так. Ну, здесь не вижу никаких пока проблем. Давай, разворачивайся. А я такая думаю... Ой, слушай, а что делать? Надо ждать, пока как там разойдутся корабли. Слушай, а что за бекон появился? Ты видела? Да. Бекончик. Ну-ка, попробую взять, что будет. Так, надо подождать тогда просто, когда он отвернется. Блин, бекон пропал. Ай! Все не по моему плану. Аккуратно. Так, 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 так. Во-во-во, он появился. Сейчас. Так. О, какой-то бонус. Ого. Надо гнаться. Ага. Как ой, уже раннер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, свинья убежала от меня. Так, одна жизнь. Слушай, прикольно. Игра в игре. Даже, в принципе, по этой механике уже можно было сделать какую-то игру. Ой-ой-ой.
Ой-ой-ой, как сложно. О, тут можно искать. И тут надо, наверное, вот так будет прогнать. Слушайте, ребят, ну вот это режим слишком сложный. Жесть какая-то. Ой, да. Блин, я не думал, что морковки так стопарят. Это ведь морковки-убийцы вообще. А, у нас аллергия на эту, как его, морковку. Да, вот я какая-то. Говорю, мы просто не такие, как все, и поэтому все против нас. Я не могу. Ладно, прощай. Двуголовый свинья. Так, ладно. Это, может, у меня жопка была. Слушай, тот уровень не так и нужен был, что ли, пройти? А если бы я проигнорировал этот бекон, интересно. То есть по-другому бы пришлось. Ну, прикольно вообще, да, на самом деле. Ну, еще бы. Так, надо, мне кажется. Мне кажется, туда надо морковку ой, коробку скинуть, да. Вот. Прощай. Ну все, ты труп. Башка со мной. Я уже далеко дошел. Так, здесь эти. Уже ну, появились да. Следопыты. Так. И чего они сделают, если мы, интересно, упадем? Не, нужно перед носом его вот так. Блин. Ну-ка, давай, я попробую с ящика спрыгнуть. Стой, смотри, вниз. Какая хитрость. Да, очень хитрый. А что, не хитрый? А, блин, тот палит. Они не поворачиваются, да? Блин, да они какие-то тугие, на самом деле. И что мне делать, собственно, может как-то столкнуть? Блин, у меня же аллергия! Я покрылся пупырышкой. Жесть. Так, слушай, нужно как-то продумать все это действие. Так. Да сверху свалиться его на это. Так они запалят. Ну, черт. Ты что, я сразу же как бы откинул эту мысль, потому что они запалят. Нужно им... Ха, стой. Во, дорожка-то здесь есть. А, только что мне это даст, я же не могу толкать два ящика вместе. А почему? Ну, потому что не могу. А зачем тогда их тут поставили? Не знаю. Для антуража. Ну вот смотри, я могу как-то сюда добраться и, по сути дела, ну и что, как бы, да? Вот и съел, все. Блин, прям попой съел. Так, лады, все будет сейчас на моей. Вот у тебя вот первый раз ты как-то вот на краешек так скинул. Ну, и потом я вот такой хитрецой пошел. Но я не знаю, может, прям перед носом, но мне кажется, заметит меня второй. О! Во, видишь? Странно, мне кажется, не совсем так задумывали разрабы, но... Или разработчики. Ну, мы справились. Так, тут надо... Блин, какое хитрое. Так, тут надо вот еще... Вот, сейчас успеешь. Лежа надо. Ой, блин, там еще посередине... Ой, справа... Так. Давай разворачивайся. Ну давай. Блин, там еще этот палит. Ухай. Ну ладно. Свининки хочу. Так, давай. Ну, быстрее. У меня уже, как сказать, ломка. Это кролик-оборотень. Блин, вот тупо еще на аллергию. Так, ладно. Не вот, блин, прикинь, беда, вот, может быть, хотел сказать, у человека. Ну и у человека, может быть. Все жрут, а тебе нельзя. Ну, что может, он, как сказать, рад бы, да не может. Ай, блин, что делать-то? Мне просто интересно, что свинья тут делает вообще среди зайцев. Вот, да, тоже. Мне кажется, они сами, как сказать, иногда по празднику, может, они употребляют. А ты как весь бы запас да, весь запас жираешь. Они так. Такие, ну блин, на тебя не напасешься вообще. Так, сейчас надо аккуратно. Так. Да блин, это как это надо мгновенно. Ну, снизу же постоянно мешается. Ты как? Тьфу на вас. Ладно, все, давай последнюю миссию, я думаю, на этом закончим. Потому что уже геймплей игры нам понятен, все нам понятно. Дальше, если хотите, пройдете до конца. Так, нужно подождать, пока этот придурок развернется полностью. Вот сейчас, давай, прямо вот тут же. Да ползи ты, блин, все. Все, свинья, это были твои последние секунды. Ой-ой, ого. Палач какой-то. Что он делает там? Ну ладно. Юль, давай пока говори инструкцию. Так. Между делом. А я пока буду проходить. Он меня пугает вообще. Ну давай. Он как из этого. А что я буду, если я... Блин. Игруха-то, где пирамидголовый. Silent Hill. Да, вот он мне почему-то напоминает, не знаю. Ну бывает. Давай, Юля. Ну ладно, в общем...
хотела сказать всем доброго здоровья. У меня уже все кролики, как сказать, мой мозг вообще отключили. Так, в общем, обязательно подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Там скоро голосование. Да, скоро вообще. 1 сентября немного осталось. Голосование будет для нового топа инди-игр. Вот, и вскоре после выхода ролика вы сможете выиграть любую игру из этого топа. Также можете в группе свое творчество оставлять, чтобы все ознакомились, тоже порадовались. Ну все. Ну и да, в общем, всем хорошего настроения и всем пока. Да, ссылочку оставим. В общем, играйте в кроликов, жрите свиней. Всем пока.